Всем привет! Меня зовут Даша, и я очень рада тому, что вы заглянули на мой канал. Это канал о вязании, о моем хобби, и сегодня у меня пятница, на календаре 20 января, и я с большим удовольствием сегодня хочу приступить к съемке нового вязального влога. Я надеюсь, что данный ролик получится небольшим, интересным, насыщенным влогом за мои выходные, поскольку эта неделя у меня выдалась абсолютно не вязальная, она была загружена какими-то бытовыми вопросами, и времени на любимое хобби у меня, к сожалению, не оставалось. Поэтому я решила, что в выходные я буду отдыхать, много вязать и, конечно же, сниму для вас что-то интересненькое. Вообще, из вязального за эту неделю произошло только одно событие. Я получила посылочку с пряжи, это случилось еще во вторник. И я, конечно же, записала для вас интересный вязальный влог с распаковкой и своими планами на вязание. Кстати, сегодня это видео вышло у меня на канале, и я обязательно добавлю здесь ссылочку, если вы его пропустили, сможете перейти и посмотреть, немножечко вдохновиться на вязание, на новую пряжу, и да, я надеюсь, вы проведете время с удовольствием. Давайте я немного расскажу вам о том, что я планирую делать на выходных. Конечно же, поскольку я буду отдыхать за вязанием, я оставлю себе мест для каких-то спонтанных процессов. Вот. Но есть несколько моментов, которые я точно хочу начать делать. И давайте начнем именно с этого. Начнем с моих планов. И план номер один – это снова вернуть в работу детский джемпер с круглой кокеткой. Я думаю, вы хорошо помните это изделие, поскольку я в последних видео напоминала о нем. Начинала вязать этот детский свитер еще в январе из остатков пряжи. У меня было в запасах 120 грамм пряжи Drops Air в таком вот красивом оттенке, зеленый шалфей. Это цвет номер 30, и я надеялась, что мне хватит на детский свитер. На самом деле мне бы хватило, если бы я вязала вот на размер прямо на сейчас, то есть где-то на рост 122 сантиметра, и если бы я вязала свитер вот прям впритык, мне бы этой пряжи хватило. Но я решила связать свитер на вырост, то есть он где-то на 128 и с такой хорошей свободой облегания, вот, и, конечно же, пряжи мне не хватило. Мне не хватило ее на рукава, так как я решила сделать свитер удлиненным, чтобы это был такой, знаете, укутывающий, объемный, длинный, теплый зимний свитер, который можно одевать с лыжными штанами на прогулке, и он будет хорошо согревать. Поэтому, да, кстати, вяжу я не просто из пряжи Air, я соединяю эту ниточку вместе с пушеной альпакой на шелке, это Brushed Alpaca Silk, тоже от бренда Drops, и тоже в таком вот красивом оттенке зеленого шелфея. Вот, когда я поняла, что пряжи мне не хватает, я ее дозаказала. Я заказала один моточек пряжи Brushed Alpaca Silk и один моточек пряжи Drops Air. Но так получилось, что в конце декабря были распродажи на пряжу в составе с альпака от бренда Drops. И, естественно, во всех магазинах многие позиции были раскуплены, и у меня не получилось сделать заказ пряжи Air и пряжи Brushed Alpaca Silk как бы в одном месте. И мне пришлось заказывать в разных магазинах. Но в этом не было проблемы, так как я заказывала альпака букле и Brushed Alpaca Silk в одном магазине, и вот моточки, которые мы с вами распаковали во вторник, я заказывала в другом магазине, и там вы, наверное, могли видеть вот такой моток, который мне приехал, это пряжа Air, и вот я планирую ее взять в работу, соединю ее с вот этим вот остаточком от Brushed Alpaca Silk и буду вязать. Я думаю, что на один рукав мне этого точно хватит, вот, думаю, сегодня я размотаю пряжу Air на два одинаковых мотка, вот по 25 грамм, и приступлю к работе. Поскольку вяжу я это изделие на толстых спицах, на спицах номер 6, я уверена, что за несколько часов с вязанием рукава я справлюсь и смогу приступить еще к одному процессу, который у меня тоже обязательный на повестке дня, это новые носочки. У меня есть одна хорошая знакомая, ее зовут Аня. Я обязательно оставлю вам ссылку на ее инстаграм внизу в инфобоксе. Она не ведет свой канал на YouTube, но она ведет очень атмосферный профиль в инстаграм, и она создает очень классные описания на аксессуары. У нее несколько интересных моделей на жаккардовые носочки. Одни из них я уже связала, вторые еще у меня в планах. Аня подарила мне на Новый год описание очень красивых жаккардовых носков, но вот я никак не соберусь духом их связать.
рассказать. Думаю, в этом году у меня получится. И вот недавно она объявила тестирование нового своего описания на базовые такие носки. Но я бы не сказала, что они совсем базовые. Они, знаете, такие интересненькие, но при этом довольно лаконичные. Давайте, наверное, я добавлю фотографии. Это Анина работа. И они мне настолько понравились, что я написала Ане, что я просто жажду их потестировать. И тест уже на самом деле начался, но, как я уже сказала, на этой неделе у меня просто не было времени начать вязать, поэтому я просто нашла у себя в запасах пряжу. Я выбирала между двумя позициями. Между Alize Super Wash в красивом таком бежевом оттенке. Это 152 цвет. Я думаю, многие из вас с этой пряжей знакомы. Мне в прошлом году подарили этот потрясающий моточек. И вот я планировала связать носки именно из этой пряжи. Кстати, Аня в рамках создания описания тоже вязала носки из этой пряжи. И вот мне хотелось, но я так давно не вязала носки, что когда я взяла этот моток Alize, мне эта нитка показалась безумно тонкой, и я такая, нет-нет-нет, я хочу что-то потолще. И я взяла пряжу от бренда Katia Concept, которая называется Cashwool. У нее метраж, кстати, 420 метров на 100 грамм, то есть метраж такой классический носочный, но сама ниточка более объемная. И я думаю, мне поспокойнее будет ее вязать на спицах 2,5. Само описание, которое я буду тестировать, составлено под спицы 2,5, вот, поэтому да, мне нужно запастись терпением и повязать. Просто так, как вы понимаете, последние мои проекты были на спицах номер 6, и теперь мне нужно собраться с мыслями и переключиться на спицы 2,5. Это на самом деле не так уж и просто, но я постараюсь. Вот, в общем, планирую приступить к тестированию описания, продвигать детский свитер, и, возможно, я начну что-то из тех процессов, о которых рассказывала вам в ролике о своих вязальных планах, когда мы с вами распаковывали посылку. Вот, на этом, наверное, я буду заканчивать подключение, чтобы не затягивать сильно этот влог, пойду заварю себе чаёк, буду читать ваши комментарии, вязать детский свитер, и мы увидимся с вами в одном из следующих подключений, я надеюсь, покажу вам свои продвижения. Вот, желаю вам по традиции приятного просмотра, и мы увидимся с вами дальше по ходу этого видео. Не переключайтесь. Решила, друзья, начать этот влог с того, что покажу вам свой неудачный процесс варежки, о которых детально рассказывала в предыдущем видео. Говорила, что, скорее всего, буду перевязывать, и я решила не откладывать в долгий ящик. Я сейчас буду распускать вот эти неудачно связанные манжеты. Говорила вам, что они получились очень грубыми, такими толстыми. Вот, и мне не нравится, как это смотрится, поэтому я сейчас все это дело распущу. И также я разъединю нити, так как у меня манжет связан в две ниточки. Я размотаю это все дело на два отдельных моточка и буду перевязывать манжет, но уже в одну нить. Вот, посмотрим, что у меня получится. Конечно же, с вами поделюсь. Я тут сижу и страдаю, просто не могу с вами не поделиться. Как вы поняли из предыдущего сюжета, я решила распустить неудачную версию варежек-барашек. И вот, собственно говоря, моточки, в которые все это мероприятие превратилось. Это у меня распущенная букле альпака. И это меринос от Alize, который называется Merino Royal. Я распустила эту пряжу и вот сижу, страдаю, потому что я хочу подобрать оттенок для манжета очень-очень похожий на букле. И даже этот меринос, который вроде бы как неплохо подходит, он все равно немножко отличается. И я принесла полностью все варианты белой пряжи, которую смогла откопать у себя в запасах. И сижу, занимаюсь тем, что я просто прикладываю вот так вот моточки и смотрю, насколько они подходят по цвету. И сейчас у меня есть два основных претендента. Первый — это Каризма от Drops в оттенке номер 01. Вот он максимально похож. Не знаю, насколько камера передаст это совпадение по цвету, но оно очень близко. И второй мой фаворит, как ни странно, это Лора Пиано Клан. Это распущенная пряжа, я не знаю, рассказывала ли я во влоге, но я связала один рукав, постирала его, убедилась в том, что я попадаю в плотность, и потом связала заново рукав, а тот постиранный вариант я распустила. И вот так вот он у меня выглядит. Ну, в общем, это постиранная уже пряжа, и вот она тоже очень-очень близка по цвету. В бобинке немного отличается, ну, так как здесь есть пропитка, но вот эта вот постиранная пряжа, она прям очень похожа.
И вот я не знаю, я уже перепробовала все варианты. Проблема в том, что и лоропиана, и каризма, они как бы немножечко кусаются. Поэтому я в сомнениях. Мне хотелось бы использовать меринос, но мериноса у меня всего два. И это мериносы от Ализе. Первый вот такой вот кипельно-белый, и он прям очень белый. Это Merino Royal номер 55. И второй вариант — это вот этот такой более сливочный, номер 62, если я правильно помню. Этикетки у меня нет. И вот так вот все это мероприятие выглядит. В общем, друзья, разнообразие белой пряжи в кадре просто зашкаливает. И несмотря на это, мне крайне сложно выбрать компаньона к букле для того, чтобы наконец-то связать себе эти варежки. Поэтому, если вдруг я сейчас не определюсь, то я приступлю к какому-нибудь другому проекту, а варежки немного отложу. Ну, в общем, вы понимаете, да, уровень моей подготовки к этому проекту. В общем, мой внутренний перфекционист, кажется, взбесился и требует прям идеального совпадения по цвету. А с моим скудным запасом белой пряжи это оказалось нереализуемо. Так что вот, я, кажется, немножко застряла и сейчас еще немного пострадаю, пока белый свет нас еще окончательно не покинул. Возле окошка поприкладываю моточки пряжи, посмотрю, какой вариант будет максимально близким по оттенку, и тогда либо приступлю к вязанию этих варежек, либо буду обдумывать следующий проект. Посмотрим. Всем привет, друзья! Всем доброе субботнее утро! Давайте с вами немножечко поговорим о вязании. Я покажу вам, как вчера продуктивно прошел мой вечер. К сожалению, с пряжей для буклированных варежек я так и не смогла определиться, поэтому в работу я взяла детский джемпер с круглой кокеткой, и у него появился первый рукав. Вот, собственно говоря, он. Я еще не отпаривала, также здесь находятся маркеры. Я решила, что оставлю их пока, до тех пор, ну, пока не появится второй рукав, потом уберу. Вот. Значит, вчера, прежде чем приступить к вязанию, я размотала 50-граммовый моточек пряжи Air на две вот такие бобинки по 25 грамм. И одну из бобинок я соединила с тем небольшим остатком пряжи Brush Alpaca Silk, которая у меня была, и вывязала пряжу практически в ноль. У меня остался совсем небольшой моточек, вот такой, пряжи Air, и я его решила пока придержать, так как у меня также есть небольшой остаток пряжи от вязания корпуса, и я уверена, что останется еще один небольшой остаток от вязания второго рукава, и я попробую использовать их для декора данного свитера, возможно, свяжу валан, возможно, буду использовать для вышивки или какого-нибудь другого декора, в общем, посмотрим. У меня есть много идей, как интересно декорировать этот свитер, и я попробую их воплотить. Вот, к сожалению, на данный момент свитер придется опять поставить на паузу, так как пряжи компаньона Brush Alpaca Silk мне на второй рукав точно не хватит. И я дождусь уже моточка, и тогда быстренько свяжу рукав. Это на самом деле буквально несколько часов работы. Ну, вот так приходится ждать. И зато у меня, знаете, есть время на то, чтобы обдумать декор данного проекта. Я сам рукав вязала на спицах номер 6 лицевой гладью, манжет связан на спицах номер 5 резинкой 1х1, потом 2 ряда полой резинки и петли, закрытые иглой с имитацией итальянского наборного края. Вот, выглядит это все довольно аккуратно, и мне очень нравится рукавчик с небольшим запасом по длине, плюс я уверена, он в процессе ВТО немножечко потянется еще. Так, о этом проекте я вам рассказала, и вчера я больше ничего не вязала, хотя я подготовила пряжу для вязания носков. О носочках я тоже вам рассказывала, это носки в рамках тестирования, и вязать я их буду из пряжи Casual от бренда Conce by Katia. Я взяла 100-граммовый моточек, размотала его на две вот такие вот бобинки по 50 грамм, и буду, наверное, сегодня вечером приступать к вязанию носков. Очень красивый цвет, вот сейчас он очень правильный и очень красиво передается, такой правильный бежевый. Замечательный оттенок, и ниточка очень-очень пухленькая. Я думаю, в работе она будет приятной. Вот, и сегодня утром уже за чашечкой кофе я решила начать новый процесс. И давайте покажу вам его детальней. И, как вы понимаете, друзья, по моточкам в кадре я решила приступить к вязанию шапки. Это шапка по моему же мастер-классу, шапка как у Макс Мара. Я об этой задумке детально рассказывала в ролике о покупке
пряжей и о планах на январь. И вот я решила не откладывать в долгий ящик старт этого процесса. И сегодня за чашечкой утреннего кофе я набрала петли и провязала первые несколько рядов подворота. Лицевая сторона на данный момент проекта находится с вот этой стороны. Я вяжу по изнанке. И с лицевой стороны вот так выглядит узор. Это вытянутые лицевые петли в резинке 1 на 1. Вот так это смотрится. Вяжу я на спицах номер 8 кубических. Стараюсь вязать довольно плотненько. Не знаю, насколько это, конечно, видно, но мне нравится полотно. Пряжа очень приятная в работе. И что самое приятное, этот проект двигается очень быстро. Прошлую свою шапку я уже рассказывала, я связала за 3 часа. Поэтому если сегодня у меня будет много времени на вязание, я думаю, что я с этой работой справлюсь. И в конце уже этого видео покажу вам как минимум одну готовую работу. К сожалению, детский свитер готовой работы не станет, так как пряжи мне на него не хватает. Носочки я вряд ли осилю, да, за выходные. Но вот связать шапку я точно успею и надеюсь, что смогу вам детально показать. И да, друзья, я думаю, что на этом я буду заканчивать свое подключение, поскольку все свои вязальные новости на данный момент я вам рассказала. Сегодня у нас такой спокойный, расслабленный домашний день. Мы будем на улице готовить гриль, наверное, немножко покатаемся на лыжах, и я планирую все остальное время вязать. Вот, поэтому в одном из следующих подключений, возможно, завтра, я покажу вам свои результаты. Очень надеюсь, что шапочка к этому моменту будет готова, вот, так как вяжется она очень-очень быстро. Вот, на этом у меня точно все. До следующего включения. Сейчас, конечно, не самое лучшее освещение, но я очень хочу с вами поделиться и показать свою готовую работу. Я буквально несколько минут назад довязала шапку, и вот так вот прекрасно она выглядит. Она такая пухленькая. Очень красиво выглядит узор, но после стирки он немного разойдется, шапка потеряет немножко в объеме, и рельеф резинки 1 на 1 будет читаться получше. В общем, эту шапку я связала точно по своему мастер-классу, за исключением высоты подворота. Я связала его на 1 сантиметр меньше. В мастер-классе я вяжу подворот 9 сантиметров, здесь я провязала 8. И что касается высоты самой шапки, то до убавок у меня здесь провязан 21 сантиметр. Если я не ошибаюсь, в мастер-классе я провязывала 23, вот, или 22. Ну, около того. И, как я уже говорила, я специально сделала ее немножко покороче, так как хочу, чтобы макушка была не торчащей, а такой вот, ну, с небольшим припуском и посадкой больше как по голове. Вот такой результат у меня получился. Кстати, расход у пряжи просто потрясающий. Мне хватило до убавок ровно 2 мотков. И вот саму макушку я закрывала уже с 3-го мотка. Специально поставила маркер, чтобы показать вам это место. То есть вот эти вот несколько сантиметров я провязала пряжей с 3-го моточка. И вот такой вот хороший остаток у меня есть. То есть для вязания варежек у меня останется практически 3 мотка пряжи. И я уверена, что мне хватит на хорошие варежки. Вот. Наверное, завтра возьмусь за их вязание, чтобы сделать уже полноценный комплект. Сейчас планирую пойти постирать шапочку. И уже завтра, наверное, покажу вам ее после ВТО. Она немного преобразится. И заодно посмотрим, как будет выглядеть узор после стирки. Вот. А пока она вот такая вот пухленькая, похожа на маленькую зефирку. Всем привет! Ну что, друзья, сегодня у меня уже понедельник, на календаре 23 января. И сейчас я хотела бы немного поговорить с вами о вязании, рассказать вам о том, как прошли мои выходные, что мне удалось сделать за это время. Вообще, забегая вперед, хочу сказать, что эти выходные были просто отличными, именно идеальными выходными в моем понимании. Мы много времени проводили всей семьей на прогулках, катались на лыжах, на коньках, на санках. У нас потрясающая зимняя погодка стоит. И да, мы много времени проводили на свежем воздухе, а вечерами я вязала, знаете, запойно вязала, и у меня есть очень хорошие результаты. Я хорошо продвинула 2 проекта, и также у меня есть готовая работа. И давайте начнем именно с нее. Я покажу вам шапку. Я ее не только закончила, поскольку, мне кажется, я снимала небольшой сюжет в субботу и показывала вам шапку до ВТО, я ее постирала, и вот так вот сейчас она выглядит.
Шапка получилась неплохой. Не могу сказать, что она идеальна в моем понимании теплой зимней шапки, но она получилась очень даже достойной. Все-таки в очередной раз убеждаюсь, что от цвета к цвету и от партии к партии пряжа у бренда Drops очень сильно отличается. Как мне показалось, белая пряжа гораздо тоньше, чем бежевая. Также, я думаю, стоит сказать, что вот свою первую шапку, которая бежевая, на которую у меня снят мастер-класс, я вязала из пряжи, которая называлась еще Eskimo. То есть она была выпущена там просто 100 лет назад. А вот эта белая пряжа, она была куплена недавно, и эта пряжа уже Snow. И вот, как мне показалось, белая пряжа гораздо тоньше, чем бежевая. Бежевую я вязала на спицах номер 8, на кубических, и знаете, мне вязать было прям тяжело, потому что пряжа была очень толстая. Что же касается белой пряжи, мне приходилось прям очень сильно затягивать петли, и мне все время казалось, что у меня получается какое-то слишком рыхлое полотно. Я надеюсь, что в процессе носки и стирок, я уверена, что белую шапку я буду стирать гораздо чаще, чем бежевую, она немного уплотнится, подсядет и будет не такой дырявчатой, потому что сейчас вот иногда на просвет, вот когда я вот так вот натягиваю шапку, я вижу, что она немножечко как бы подсвечивает. Для меня это не то чтобы большой минус, но это говорит не о том, что на лютые морозы и очень сильные ветра я не смогу носить эту шапку, а мне, конечно, этого бы хотелось, поскольку вязала я ее в комплект к белому пуховику, который как раз для такой погоды и предназначен. Но посмотрим. Я ее протестирую в этом году или в следующем, вот знаете, в таких вот жестких условиях, и тогда расскажу вам, как оно. Но единственный вывод на данный момент, такой важный, который я могу сделать и поделиться с вами, это то, что если вы находите какой-то мастер-класс на YouTube и хотите по нему связать, и даже возьмете такую же точно пряжу и такие же точно спицы, это не гарантирует вам того, что у вас получится прям, знаете, шапка один в один. Вот пример я, да, бежевую шапку в мастер-классе вязала я, спицы, пряжа, руки, все одно и то же, но шапки получились немного разные. И это еще раз доказывает, что ручное вязание — это, скорее всего, знаете, как предмет какого-то эксклюзива, да? Это не массовое производство, и ожидать, что из одной и той же пряжи на одном и том же номере спиц у вас получится вот прям идеально одинаковые изделия, просто нельзя. Вот. Это нужно, наверное, принять и просто наслаждаться уникальностью каждого изделия, которое у вас выходит. Так, в общем, готовая работа. По поводу расхода пряжи, я уже говорила, у меня ушло чуть больше 2 мотков. Я ровно 2 мотка извязала вот от подворота и до закрытия макушки. И с 3-го мотка я закрыла как раз макушечку. И у меня осталось довольно много пряжи, то есть практически 3 моточка, которые я планирую использовать для вязания варежек. Но учитывая, что вот белая пряжа такая, как сказать, тонкая по сравнению с бежевой, я думаю, что варежки я буду вязать точно не на 8-ке, возможно, возьму спицы 6.5 и попробую на них связать варежки. Все-таки варежки, на мой взгляд, должны быть такие более плотненькие. Посмотрим, что у меня получится. Я думаю, в одном из следующих видео я приступлю к этому проекту и обязательно с вами поделюсь. Дальше мы переходим к моим процессам. И процессом номер 1 был детский джемпер, у которого появился рукав. Вот. Этим я занималась в пятницу, и вот результаты моей работы. Это рукавчик в детском свитере. Я на самом деле уже заждалась посылки, но мне наконец-то выслали трек-номер, по которому я могу отслеживать, как перемещается посылка с пряжей, которую я жду еще с начала января. Вот. И я понимаю, что она еще где-то на юге Норвегии, в каком-то сортировочном центре там застряла. Надеюсь, они ее не потеряли, и она рано или поздно ко мне доберется. Я смогу довязать этот рукав и уже не мотать этим свитером в кадре каждый раз, когда рассказываю о своих процессах. В общем, детский свитер у меня тоже неплохо продвинулся. И проект, которым я занималась вчера, весь вечер, это носочки. Об этом проекте я детально рассказывала вам в начале видео, поэтому повторяться не буду. Я просто хочу показать вам результат своей вчерашней работы. Сегодня я записывала небольшой сюжет для сторис в своем инстаграме, где показывала, что я вяжу. И вот это, друзья, чтобы вы понимали результат моей работы за вчерашний вечер.
То есть вот за вечер субботы я где-то вязала 3 часа, может быть, чуть-чуть больше, я связала шапку, да, и вот в воскресенье я тоже вязала в районе 3 часов и связала подгиб для своих будущих носочков. Да, это подгиб, это петли были набраны, провязана двойная высота вот этого момента, который вы сейчас видите. И затем этот подгиб был соединен, и я провязала еще один ряд лицевой гладью. Дальше мне нужно переходить к вязанию по схеме, но я решила вчера уже этим не заниматься и отложить это вязание на сегодня, например. Так что вот, это, я думаю, все, что вы должны знать о моей скорости вязания. То есть в среднем я вяжу где-то 3 часа вечером. И вот за это время у меня могут быть очень разные продвижения, они зависят от номера спиц, на которых я вяжу. Вот этот подгиб я вязала на спицах номер 2, и это было просто ужасно, потому что последние проекты, как вы видите, у меня были на спицах номер 8 или на спицах номер 6, и потом взять в руки спицы номер 2, это было болезненно, знаете, у меня прям болели пальцы. Я вязала очень медленно, но я горда собой, потому что я самое сложное, мне кажется, я сделала. Я начала вязать носки, и дальше будет довольно интересный блок. Это будет вязание узора по схеме, узор довольно простой. Вот, и я надеюсь, что у меня получится справиться с этой задачей за несколько дней. Но опять же, буду выделять буквально там часик, может полтора повязать вечером. Посмотрим, как у меня будут продвигаться носочки. Напомню, вяжу я из пряжи Casual от бренда Concept by Katia. Пряжа очень приятная, ниточка, знаете, такая пухленькая. Единственное, она у меня не очень ровно ложится в лицевую гладь. Возможно, это из-за того, что я так давно не вязала на тонких спицах, и мне было ужасно неудобно. И пока я привыкла как бы к контролю этой плотности, у меня тут петли скакали кто куда, кто в лес, кто по дрова. Но будем надеяться, что дальше будет легче. Вот. Слышала не очень хорошие отзывы об этой пряже. Слышала, что она довольно быстро протирается в носках. Но вот я хочу связать для себя носочки вот из какой-нибудь классной пряжи. Напомню, что здесь в составе есть кашемир и мериносовая шерсть. Также полиамид. Вот. То есть это носочная пряжа, но она очень нежная. И она подходит не только для вязания носков, но и других аксессуаров. Например, можно эту пряжу соединить в две нити и связать, например, шапку на спицах 3,5 или 4. Или, например, можно в одну ниточку связать перчатки. Вот. Или варежки. Тоже будет неплохой такой очень приятный аксессуар. Так что да, я начала вязать носки. И что касается планов на эту неделю, то я, знаете, как чистый лист бумаги. Я не знаю, что именно я буду вязать. Конечно, я буду думать в направлении своих буклированных варежек. В своем инстаграм я показывала очень милые сапожки, которые я себе купила на зимних распродажах. Они тоже такие, знаете, немножко с овчиной и такие кучерявенькие. И вот к ним идеально в комплект подошли бы варежки из пряжи букле. Но я никак не могу подобрать к ней компаньона. Меня не устраивает плотность вязания, не устраивает полотно, в общем, я не знаю, какая-то у меня проблема с этой пряжей и с этими варежками, поэтому я решила попробовать связать несколько образцов в новой для себя фактуре. Я никогда не пробовала, мне кажется, что должно быть неплохо, но посмотрим, я обязательно покажу вам в следующем видео, что у меня получается. Я тут трясу мотком пряжи Air от бренда Drops, все потому, что я хочу именно эту пряжу попробовать соединить с ниточкой альпака букле и посмотреть, что будет получаться. Дело в том, что именно в этой фактуре я планирую в будущем связать для себя шарф, но он должен быть таким, знаете, более драпирующимся, и если мне понравится структура полотна, то, возможно, именно в сочетании этой пряжи я попробую связать для себя буклированные варежки. В общем, посмотрим, что у меня будет получаться. Возможно, я соединю одну ниточку Air и одну ниточку букле для шарфа и возьму, например, одну ниточку Air и две нити букле для варежек. Посмотрим, что у меня будет получаться. В любом случае, в следующем вязальном влоге я покажу вам результат, потому что именно сегодня я буду заниматься вязанием образцов. На этом, друзья, я буду заканчивать свое видео. Хотела сказать вам огромное спасибо за то, что вы уделили свое время на просмотр моего ролика. Я знаю, что сейчас на YouTube очень много разных вязальных каналов, и мне очень приятно, что вы выбираете мой для того, чтобы посмотреть мои видео и немного провести времени в моей компании. Для меня это очень ценно. Огромное вам за это спасибо.
спасибо. Также хотела передать огромную благодарность всем тем, кто не забывает, помимо просмотра моего ролика, оставить небольшой привет мне в комментариях, либо просто ставить лайк моему видео. Мне это очень приятно, очень ценно, а также помогает моему каналу в развитии и продвижении. В общем, друзья, я очень ценю вашу обратную связь. Как всегда, рада буду увидеться с вами в комментариях, немножечко там с вами поболтать о вязании, обсудить проекты. Если вы когда-то экспериментировали с пряжей Air и Alpaca Boucle, то делитесь обязательно своим опытом. Мне будет приятно и полезно это почитать. Я думаю, девчонкам тоже. Вот, на этом я точно буду заканчивать. До новых встреч, и мы увидимся с вами очень скоро в одном из моих следующих видео. На сегодня у меня все. Всем пока-пока.